Всем привет, друзья! Меня зовут Николай. Сегодня мы с вами будем пробовать торт Прага из той самой Праги на Арбате. Этот торт очень такую упаковывают, советскую упаковку. В общем, она совершенно обычная, без каких-либо прикрас. Единственное, что, конечно, надо понимать, что самые вкусные торты делают в Москве на Арбате рядом с рестораном Прага. Называется магазинчик такой сбоку, слева от этого ресторана. ООО «Мир вкуса». Улица Арбат, 2/1. Прага. Идеальный состав. Без всякой пакости. Открываю торт и показываю. Фирменный торт Прага. Вот так он выглядит. Это лучшая Прага в Москве. Я говорю, даже еще не попробовал, потому что я просто уже знаю, я пробовал миллион раз этот торт в этом месте покупал. Дай, пожалуйста, ножик. А вот он. Ну, давайте все равно его вместе попробуем и оценим. Режу раз. Режется очень легко. Режу два. Достаю кусочек. Я понял. Вот так он выглядит. Он очень легкий. Очень такой воздушный бисквит. Очень легкий торт. Знаете, вот многая Прага, которую вы берете, она такая прямо, ух, тяжелая. А этот легкий. Да. Самый вкусный. Не переслащен. Воздушно легкий. Вот такая должна быть Прага. Вкусный. Крем вот этот вот внутри. Идеальный шоколад сверху. Да. Причем этот шоколад, он по шоколадам еще специальный такой вот сладкая прослоечка. Очень сладкая. И вот она создает, собственно, вот этот вкус Праги. Соус, фирменный соус Праги. Даже вот запах. Ну, то есть, вот ни один торт в Москве, Прага, не сравнится с тем, который вы можете купить на Арбате в этом старейшем магазине. Да. Улица Арбат, 2/1, друзья. Комментарии излишни. Вот в такой вот непонятной упаковке. Совершенно вот обычный. Самые вкусные торты Москвы. Если вы будете в Москве проездом и хотите попробовать вкусный торт, в общем, заходите туда. Там они стоят дороже, конечно, чем, может быть, в других магазинах, процентов на 20, на 30. Да. Эта Прага стоила, сколько, 600 рублей она стоила. Много. Но она, во-первых, большая, так что в целом, ну да. Но, тем не менее, это просто лучшая Прага, такую нужно попробовать. Вот. Большое спасибо, друзья. Мы сейчас будем пить чай. Пишите, пробовали ли вы торты из этого маленького магазинчика, из этой кондитерской, рядом с рестораном Прага. Буду ждать ваших комментариев. Может быть, вы эту Прагу пробовали. Расскажите свою историю. Пока. Так.